Садовые участки в черте города обречены на ликвидацию. Об этом заявил главный архитектор Новосибирска. Сейчас площадь садовых обществ и промышленных зон сопоставима с территориями многоэтажной застройки. По генеральному плану к 2030 году на месте дач должны появиться жилые кварталы, а в руслах городских рек пройти новые магистрали. Притормозить процесс может только нехватка бюджетных средств на инфраструктурные проекты и отсутствие крупных застройщиков. Но рано или поздно проект будет реализован. Правда, как рассчитывают в мэрии, ликвидация дач пройдет спокойно и планомерно. Все произойдет не сразу. Поэтому скандалов или протестов чиновники не ожидают.